Газель у нас рефрижератор. Пиздец, вот по бездорожью ездил и сломал трубку. Трубку подачи получается. Трубочку подачи сломал, которая на ТРВ пошла. Так, вот как я заблудился. Был уголок у меня, десятка. Впаял уголок, потом завальцевал новую трубку на ТРВ. И вот только что вот этот вот припаял. Вот, вот этот. Все, в принципе, устранили мы. Сейчас соберем, опрессуем. И будем проверять. Ой, вот такая тема. Такой вот конденсатор. И вот ИВ-шный компрессор. Обычный, как получается, компрессор, который стоит на кондиционер, как я понял. Система большая. Подсоединили, сейчас опрессуем. На 10 атмосферах, наверное, опрессуем. Потом на до 6, до 7 спустим, проверим. Компрессор включит, не включит. Так, создал давление 15,2 атмосферы. 15,2, сейчас обмылю там по шлангу и пайку все проверю, и по манометру понаблюдаем, падает, не падает. 15,2. Так, пайку проверяем, пеним. Кстати, гайки ТРВ мы тоже снимали, сетку почистили. Это все нужно проверить на утечку. Сетка черная вся была забита. Масло тоже черное. Тахи? У него, подожди. Все, вот эти все шланги проверил, пенил. РВ, пайку всю, вот, которую я паял, вальцевал, это тоже паял, обмылил. Все четко. Вай-вай, радует меня хоть это. Сегодня у меня какой-то день неблагополучный. А давление стоит уже. 5 минут прошло, все четко стоит. Так, 14 минут прошло, давление стоит. Сейчас спустим, тут уберем, вот он вылетит, спустим до 6, завели, бензина не было. О, работает, все, выключаем, все, компрессор сработал, будем заправлять. Так, свакумировал, подал фреон уже и сейчас заводим, закручиваем, включается. Где-то, я думаю, на троечке поймаю его, на 2,5. О, бля, как засасывает. Джерстко засасывает.
Так, давление 1,5 я сделал. Сейчас на конденсаторе сработал вентилятор. Буду еще наблюдать систему, как она ходит, как морозит. Ну, нагрев хороший. Тепленькие все. Я думаю, как бы не пришлось скинуть немножко. По таблице холодильщика я сейчас посмотрю, сколько должно быть давление на 404, допустим, при 0 градусов. Так, уже все готово, я вижу. Смотрите, все линии. Ага. Дождемся обратку, как вот этот конденсатор, сборник, ресивер, что это, не знаю, станет обмерзать. На этом и закончим. Пока все четко у нас. Сейчас откроем таблицу холодильщика и посмотрим. Так, все четко. Уже раз, два, вот видите, ини. Три ряда ини уже, осталось четвертый. Дождаться, сейчас я решаю закрыть дверь, вот, чтобы холод заскопился. А прям сильно не надо закрывать. Чтобы холод собирался и испарителю напряг не был. Так, давление 2,5 барреля. По таблице холодильщиков, короче, на минус 5 давление где-то около 5 атмосфер. Точно не помню, но я планирую остановиться на троечке. Троечку я сделаю ему. И думаю, это будет ништяк давления, и весь испаритель у меня обмерзнет. Дверь закрыли, температура сразу стала опускаться. Было только что 25. Уже 22. Сейчас я покажу вам, с какой интенсивностью опускается. Что-то долго. Вот. Только на паузу поставила, на 21 упала. Где-то в секунд 10-15 1 градус падает. Так, давление 2,5. Минут 5 прошло, даже больше, минут 10, до 16 упало. Сейчас посмотрим внутри, что. Бля, внутри уже зима, холодно прям тут стало. О, начинает уже холодить последние ряды. Ага, все четко, да? Еще поддавать придется. Чуть-чуть придется подать до троечки. Да. Холодный, но не мокрят. Вот эти два четко видно в инии. Вот. Три вот эти капиллярки. Второй, третий и четвертый на начале. Сейчас подам я еще. Все, уже собираем. Все четко. Дверь долго была открыта, а так он уже до 10 скинул температуру. Сейчас подождем. Падает быстро, в принципе, но он еще сам теплый. Ну давай. Давление ровно 3 атмосферы. Я думаю, нормально. Завтра сказал конденсатор тоже промыть. Он по-любому забитый. Все, на этом я отсоединяюсь, заканчиваю ремонт. Ну, все четко, вот на 8 градусах, в общем, я покидаю этот газель. Все четко работает, температура интенсивно снижается. Мне понравилось. Обратка здесь тоже холодная. Вот я трогаю обратку на компрессор, она холодная. Все четко работает.